всякие вот эти вот любители попостить видосы в YouTube, рассказывая про те или иные гличи, думая, что они привлекут наше внимание. Вот вы точно дебилы вообще, реально. Вот вас реально. Это какой-то извращенный ум. Полагать, что мы какие-то ленивые черти, и мы не хотим делать игру лучше. Это был обычный день понедельника. И мы вместе с Фломиком, по традиции последних нескольких дней, готовились к предстоящему турниру. Появились на таможне за трейлерным парком, после чего Витя бахнул аирдроп, найденный в боте в конце прошлого рейда. Сейчас сбегутся. Думаешь, в эту часть много желающих будет? С два респа рядом есть. Они что-то с запрыжками сделали. Сложно стало. Фломик ожидал дроп в непосредственной близости, а я остановился в домике с шикарным видом на все происходящее. Я тебя слышу, прикинь? Тут же метров правильно. Сколько? 70? У тебя восприятие прокачанное. Надо было, наверное, вон там будку занимать. Так, медицинский ящик с медицинским сникерсом. Стою тут на стреме, слева прикрываю. Пальмоскоп положили. Вроде где-то рядом, да, было? Ты не очень. За Тарконом. Уходим? Yeah, and I've started to drink sugar-free. Red Bulls. Да, наверное, через справа. Поваленного по средней перебежке уйдем. Мое любимое ничего. Я твой бег не слышу. Стрельни в воздух. Ты без звука передвигаешься. Ой, да ладно, Никанье, мы тебя слышим, да, чатик? Ты можешь зайти на стрим и посмотреть, у тебя нет звуков вообще. Ни прыжков, ни ходьбы, ни стрельбы. У меня пропал звук, не работает. Не работает звук, сейчас. Я ниндзя. Пойдем. Мы ж повоевать хотели, а не на меня смотреть. Мне даже неловко. Взрослый мужик ходит кругами, рассматривает меня со всех сторон. Меня смутило. Черная магия, колдун. Лови его. Ну, это теперь интересно. Подожди, до этого я тебя слышал. Типа полутал дроп и перестал тебя слышать. Совпадение? Совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Слишком много лута взял. Тяжело. Тяжело. Перепонки не выдержит. Так, вот как ты куст задел, я услышал. Так что, чатик, не задевайте кусты, это опасно. Поэтому играйте в Тарков лучше, ребята, в одиночку. Особенно в начале сезона после вайпа. Он звездочку применил, может, она его забаговала. Но у нас есть одна проблемка. Ты рейд с какой так, ноги здесь... начал? Не знаю, тут кровь кто-то вытекал. Иди на ранку попить! Как там сидит где-то? За забором или тут? Не знаю, сложно сказать было. Слева где-то. Готов кушать? Ну, блин, меня смущает, что я тебя не слышу вообще. Прыжок был? Не, но он нас тут не пустит, надо фланговать. Библиотека там открыта. Убрал его. 50 уровень, между прочим. Нет, я не понял, мне показалось, или когда ты в оптику смотришь, фонарик не так слепит вблизи? Ну, есть как будто бы такое, да. Я возле СТО, вижу еще один труп. Не, на самом деле теперь все понятно, просто шарап-сектант без звука бегает. Вот мы и выяснились, Денис, понимаешь? Бегу к тебе. Куда идем? Блин.
Беззвучно, это что-то из сказки. В. Ты зачем обманываешь? Ну-ка, вернись. Я тут. Ты без сказки. Ладно, смотри, фокус. Колышком. Газовый фокус, смотри. Давай. Давай. Так, разгрузка выпала. Разгрузка выпала. Каска выпала. Каска выпала. А откуда каска выпадет, если я без сумки разгрузки? Или ты сумку тоже увидишь? Уважаемый Никита Васильевич. Угу. У нас есть некоторые вопросы. Где она? О, нет. Где? Она, слушай, не работает. Походу, сломалась. Ну-ка, надень каску. А давай поменяемся, дай свою. О, она не наделась, ты без каски. The game it's in perfect state right now. I'm assure you. Надень эту. Нормальные каски. Тебе кажется просто. Да. Чат, видите каску? А ДВЛ-ка есть? Я не вижу. ДВЛ-ка есть. А справа возле разгрузки что лежит? Мусор всякий, не знаю. То есть ты вот сейчас смотришь, справа, ты не видишь вот этого. Ты вот смотришь, нет, видишь у меня рюкзак? Здесь. Там рюкзак. У меня пусто здесь, пусто. Я понял. Надо проверить. У меня даже точки нет, что здесь, что, типа, лут какой-то лежит. Ты знаешь, как бы... Задабриваем. Все нормально с игрой. На тебе еще лимон. Главное, заткнись. Ну, игра в стадии разработки, чё. Я предлагаю не гадать, а позвонить разработчикам и спросить у них лично. Алло. Да. Ага. Бомж-класс можно? Да? Закрывай эту БСГ нафиг. Пусть лучше крутят шавуху. Вы когда механику ходьбы пофиксите? Ничего не знаю вообще. Да. Фигней страдают 200 человек. Не фиксят ничего. Не оптимизируют. Главное их вообще чепушило какое-то. Да. Ставь 6 шестов шавухой. Ставь, пусть крутят шавуху. Отлично будет. Больше заработаем. Ага. Ага, а Шоту привет, все, пока. Не звоните мне сюда больше никогда, дал. Так, иди первый, потому что, возможно, тебя противники тоже слышать не будут. Заходим на АГС в наглую прямо. Через СТО. За вас. За вас, ребятки. Лестик танк бегает. Давай заходим. Ты через дерево, я тут. А еще у меня звук кушания был какой-то такой, как будто бы с басом дополнительным. Это было крипово вообще. И я уже к нему подошел, и он такой... Ё-моё, напугал. Пойдем на старую. Может, меня боты не видят. Сейчас я выстрелы слышал. Точнее, рикошеты по стене. Снайпер. Зачем ты его убил? А если бы он по нам стрелять начал? Не начал. Ты убил. Да, дела. Если кто-то там что-то вдруг обнаружил, ребята, я вас прошу, если хотите сделать лучше, да отправьте это в баг-репорте. Не знаю, выйдите на комьюнити-менеджеру, да, отправьте им. Вы реально сделаете пользу гораздо больше, чем возьмете, привлечете там внимание общественности к этой проблеме. Так, проект баг-репорт. Впоследствии, Витя,
как и следует делать большинству тарковчан, составил подробный баг-репорт, приложил свои и мои логи и отправил в поддержку, которая достаточно оперативно уже на следующий день дала ответ. На всякий случай напомню, что кнопка «Отправить баг-репорт» расположена строго над кнопочкой «Играть» в твоем лаунчере. И чем у разработчика больше будет информации о возникающих проблемах, тем оперативнее он их устранит. Порог тоже ходит там, блин, по острию ножа вообще, просто с своими клипами. Ты должен был быть моим другом. Перестань пытаться быть моим отцом. Поспеши.